1 июля предъявлены обвинения, задержанные накануне и арестованные в зале суда гражданки Украины, которая была доставлена в московский отдел полиции со своими детьми 10 и 14 лет. По данным уголовного розыска, дети знакомились на улице с пожилыми тверитянами, говорили, что из Армении, давили на жалость каким-то военным конфликтам и напрашивались в квартиры к пенсионерам, якобы в туалет или попить воды. Дети отвлекали стариков. В дом заходила их мать, искала деньги, совершала кражу, и все уходили. Этот способ обмана существует долгие годы. В патрульной службе еще в марте 2012 года мы рассказывали, как таким же образом обманули жительницу Твери. Ребенок идет со мной вот сюда. Она говорит, с ложечки пьет, дайте ложечку. Я ложечку дала. А ребенок вот тут вот сел и вот потихонечку кушает. Сахарку ей дайте, говорит. Она сапожки на ней, в сапогах прошлась. И мне, ой, да вы сколько вам лет? Я говорю, вы мне зубы не... Я так, знаете, уже вот чувствую, я чувствовала. Напоминаем, что обвиняемую задержали сотрудники управления уголовного розыска. Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливается причастность обвиняемой к другим преступным эпизодам. Мы же еще раз обращаемся к вам, уважаемые жители Твери. Будьте бдительны, не доверяйте незнакомым людям и не пускайте их к себе в дом.